Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Давайте начнем как раз с текущих новостей. В силу того, что уже и в предыдущем сюжете, который посмотрели, мы увидели, Соединенные Штаты решили ограничить участие в Венгрии в своей программе безвизового режима. То есть, по факту, ограничили безвиз для Венгрии за раздачу паспортов без надлежащей проверки личности. Вот этот сигнал от США в Венгрии, это самая главная причина вот этой публичной, грубо говоря, претензии касательно паспортов. Либо же там идет еще какая-то непубличная несостыковка касательно блокировки разных решений на пользу Украины, позицию Венгрии, Орбана именно мы очень четко видим и понимаем. В чем видите вы основную причину? Ну, мне кажется, знаковым является то, что в отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией черная кошка пробежала уже достаточно давно. Дело в том, что господин Орбан был одним из первых премьеров, которые прогнозировали победу Трампа на предыдущих выборах, одним из первых, кто поздравил Трампа с победой, и это, естественно, наложило определенный негативный отпечаток на отношения с администрацией Байдена. Дело в том, что, по большому счету, Орбан рассчитывал на то, что Трамп будет его поддерживать. Собственно, так и происходило все время, пока Орбан был при власти, пока Трамп был при власти. Когда в Белом доме сменилась администрация, ситуация сложилась не лучшим образом для Орбана, потому что то, на что администрация Трампа закрывала глаза, встала очень остро на повестку дня. В Венгрии, как это всегда бывает, когда сменяется администрация Белого дома, был назначен новый американский посол, и Орбан даже шутил по поводу этого назначения, поскольку послом назначили господина Дэвида Прессмана, человека, который прессует, если буквально переводить его фамилию, и Орбан уже тогда, когда речь шла о назначении, говорил, что Прессман, очевидно, будет прессовать администрацию Орбана. И вот таким образом мы подошли к нынешней ситуации, когда Прессман, известный как политик, дипломат, который отстаивает права человека, в качестве посла пребывает в Венгрии, постоянно критикует Венгрию за ограничение свободы слова, ограничение демократических ценностей. И вот мы перешли к более практичному измерению, кроме критики как таковой, вербальной критики, мы перешли к решениям Соединенных Штатов. Если взять сам вопрос о паспортах, то мы действительно видим, что Венгрия, ссылаясь на необходимость защиты венгров за границей, проводила довольно агрессивную политику в соседних странах по выдаче своих паспортов. То есть особых ограничений не существовало, достаточно было быть венгром, подпадать под эту категорию венгра за границей, и выполнить кое-какие формальности, и паспорт был уже фактически у вас в кармане. И несмотря на то, что это было политикой со стороны Венгрии, политикой, которую венгерское правительство давно и упорно имплементирует, о таком нюансе, как то, что эти паспорта могут получать люди с далеко не всегда честной репутацией, никто не думал. И, соответственно, таким образом те, кто получали паспорта, получали право и въезда в Соединенные Штаты Америки, и при этом их личности были не до конца верифицированы в плане их принадлежности к криминальному миру. Интересно тут и другое. Венгрия, в принципе, считается одним из государств, в котором довольно влиятельно является также российская разведка. И по большому счету Венгрии очень часто ставили в претензию то, что венгры дали одному из российских банков на своей территории даже права, которые граничат с дипломатическими иммунитетами. Это раздражало многих в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, и это может быть еще одним индикатором того, что венгры могли не только обеспечить дипломатическими иммунитетами представителей российской разведки, но и предоставить свои паспорта кому-то из российских агентов. Я думаю, что это второй фактор, который тоже мог повлиять на решение Соединенных Штатов о
усиление контроля за тем, кто же из Венгрии с венгерскими паспортами пересекает границу и не являются ли эти люди шпионами Российской Федерации. И третий момент, который надо учесть, это помимо того, что такие люди могут иметь либо криминальное прошлое, либо бэкграунд разведчиков, встал еще и вопрос о том, что это могут быть люди с двойным гражданством. Собственно, администрация Орбана подтвердила, что Штаты требовали от них информацию прежде всего о тех, кто является гражданами с двойным гражданством, а это возможность не только для граждан Венгрии, но и для граждан других стран, которые получили дополнительно венгерский паспорт, обходить запреты со стороны Соединенных Штатов. То есть те, кто нежелателен, кто является персонами нон-грата или кто составляет угрозу безопасности Соединенных Штатов из других стран, могли просто получить венгерский паспорт, воспользоваться им для того, чтобы въехать на территорию Соединенных Штатов. Таким образом, вот эти три фактора, довольно сложные отношения между Белым домом и администрацией Орбана, вопрос криминального мира и получения паспортов преступниками, вопрос российской разведки и возможность получения ими паспортов и возможность получения паспортов гражданами, у которых уже были паспорта других стран, в сукупности произвело к тому, что мы получили решение Соединенных Штатов, которое мы сейчас имеем. Украина, возможно, и сыграла свой фактор, потому что решение Венгрии и постоянные блокировки и вето многих раздражают, однако я не думаю, что в данном случае это было ключевым. Хотя, конечно же, нам тоже надо учесть позицию Соединенных Штатов. У нас с Венгрией тоже довольно сложный диалог по поводу двойного гражданства, получения паспортов Венгрии на Закарпатье. Я думаю, что нашим спецслужбам тоже надо внимательно прислушаться, провести консультации с Соединенными Штатами, дабы быть уверенными, что среди тех, у кого двойное гражданство или криминальное прошлое, нет выходцев из Украины. Ну, в свою очередь, Соединенные Штаты Америки ужесточили правила безвиза для Венгрии на следующий день после того, как правящая партия Орбана Фидес бойкотировала сессию парламента, созванную оппозиционными партиями для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Голосование в итоге не состоялось. В то же время депутат Ласло Варджу из демократической коалиции отметил, что премьер-министр Виктор Орбан сознательно не дает зеленый свет для рассмотрения этого вопроса, потому что зависим от президента России Владимира Путина. И ранее, напомню, министр кабинета министра Венгрии Гергели Гуляс прогнозировал, что парламент может одобрить вступление Швеции в альянс не ранее осени. А министр иностранных дел страны Петр Сиярто заявлял, что решение будет принято, как только Турция подаст знак, что она также готова это сделать. Хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще 10 июля после встречи с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом, президентом Турции, подтвердил согласие Анкары ратифицировать присоединение к Швеции. И тут, Сергей, очень интересный вопрос. Мы видим, что уже давным-давно в дипломатическом контексте, да, Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на вступление Швеции в альянс НАТО, и сейчас мы видим, что Венгрия все равно не дает так называемый зеленый свет. Это больше говорит о том, что тут присущее путинское давление на Орбана, никак не практическое. Я все больше склонен соглашаться с мнением тех, кто утверждает, что путинское давление здесь присутствует. Мои венгерские коллеги пытаются как бы оправдать поведение Орбана, объясняя это тем, что на самом деле он политик, который пытается за счет своей скандальности получить свою нишу в общей европейской политике, потому что как еще привлечь к себе внимание, он привлекает ее вот этими постоянными скандалами. Однако то, что он играет на руку Российской Федерации, тоже очевидно. И здесь, знаете, если пользоваться давним принципом «куп родест», кому выгодно, то выгодно это в первую очередь России. И оттого позиция Орбана и вызывает такое раздражение у европейских партнеров. Однако вы вспомнили сейчас совершенно справедливо позиции по Швеции, а я хотел бы вспомнить о еще одном недавнем скандале, который снова был с участием господина Орбана. Это скандал, связанный тем, что
в одном из своих выступлений он в очередной раз намекнул на то, что Венгрия недовольна отторжением и части ее территорий. Этот вопрос Венгрии оправдывают травмой Трианонского мира, но в 21-м столетии это абсолютно неприемлемо. И уже две стороны высказали свои претензии и вызвали в МИД послов Венгрии. Этими странами стала Словакия и Румыния. И очевидно, что Орбан пытается всячески, во-первых, создать вот эту атмосферу скандальности, а во-вторых, пытается ее капитализировать. То есть очевидно, что в обмен на решение о принятии Швеции в НАТО Орбан пытается выторговать для себя какие-то преференции. То же самое, что делал и Эрдоган накануне переговоров довольно успешно. По большому счету, у меня создается впечатление, что Орбану просто тесно на позиции премьер-министра небольшой европейской страны. У него есть амбиция уровня Трампа, у него есть амбиция уровня Эрдогана. И ему, естественно, нужен и ресурс для того, чтобы осуществить эти амбиции. Поскольку такого ресурса нет на фоне довольно сложных отношений с Соединенными Штатами, на фоне довольно сложных отношений с Брюсселем и Берлином, он пытается найти этот ресурс при посредничестве России, пытаясь угодить Российской Федерации, ну и в какой-то степени Китая, потому что мы знаем, что отношения у Китая с Венгрией тоже развиваются довольно динамично, и Орбан делает ставку на восток скорее, чем на запад. Ну и в свою очередь Венгрия приблизилась к сценарию потенциального выхода из Европейского Союза. Он не является наиболее вероятным, но возможен. Шансы на это с прошлого года значительно выросли, так заявил бывший глава Центрального банка страны Адраш Симор. По его словам, дефицит бюджета увеличился до рекордной отметки после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал тратить деньги перед прошлогодними выборами, на которых он победил. И в Венгрии также самые высокие инфляции и ключевая процентная ставка в Европейском Союзе. Более того, около 30 миллиардов долларов помощи от Евросоюза остаются заблокированными. Эти средства были заморожены блоками за отступление правительства Орбана от демократических обязательств и вероятного взятничества. Давайте услышим прямую речь и обсудим. Вероятность сценария потенциального выхода из ЕС составляла 10% в прошлом году. Сейчас она выросла до 20-30%. Я боюсь, что правительство Венгрии направит страну в ситуацию, когда выход из Европейского Союза станет реальной альтернативой. Андраш Симар, глава Центрального банка Венгрии с 2007 по 2013 годы, в комментарии каналу АТВ. И тут остается вопрос. А скажите, пожалуйста, в данном случае, насколько реалистичен выход, либо, я не знаю, юридически существует такое или нет, но выдворение из Европейского Союза? Потому что если говорить о демократических ценностях, о чем уже говорили выше, то Венгрия чуть ли не единая страна, которая из Европейского Союза, которая их игнорирует. То же самое касается и единого мнения касательно Украины. Простите, я к Украине буду все сводить. Даже касательно предоставления оружия, предоставления помощи для сопротивления российской агрессии. Я напомню, что Орбан по сегодняшний день думает, что ракетные атаки России по Украине, это не прямая цитата, это вина самой Украины. Если говорить о процедуре выдворения из Европейского Союза, то такой процедуры не существует. Она не предусмотрена договорами. Максимальная санкция, на которую может претендовать Венгрия, это ограничение ее права голоса во время принятия решений в Европейском Союзе. И определенные процедуры в Европейском Союзе в соответствии с 7-й статьей договора о Европейском Союзе уже сейчас запущены. Более того, в последнее время все чаще звучат заявления Европейского парламента о том, что поскольку процедура запущена, то Европейская комиссия должна ее имплементировать. И если она этого не будет делать, то Европейский парламент подаст на Европейскую комиссию в суд. Что касается настроения граждан Венгрии, то здесь мы видим, что на самом деле поддержка членства в Европейском Союзе остается довольно высокой. Вот такой вот парадокс. Люди голосуют за Орбана, но при этом хотят оставаться в Европейском Союзе. Это, в принципе, понятно, потому что Европейский Союз — это и Шенген, и доступ к фондам, и, собственно, включение в более крупную структуру, с помощью которой можно отстаивать свои интересы на международном уровне.
То есть, если бы в Венгрии прошел референдум о выходе, добровольном выходе, то я не думаю, что Орбан бы получил на этом референдуме достаточное количество голосов. Поэтому, возвращаясь к тому, что будет происходить дальше, я подозреваю, что Венгрия вполне может быть наказана тем, что ее лишат права голоса. И фонды будут все так же ограничены. А дальше дело за самими венграми. То есть Европейский Союз просто всячески демонстрирует, что если Венгрия не будет поддерживать решение консенсусом, не будет выполнять свои обязательства, то она будет ограничена и в доступе к деньгам, и в доступе к принятию решений. Собственно, в свое время дискуссию по поводу пересмотра процесса принятия решений в Европейском Союзе, о которой сейчас говорит часто господин Олаф Шольц, немецкий канцлер, она была связана с тем, что Венгрия одним голосом пыталась блокировать жизненно важные решения для Европейского Союза, в том числе и по вопросам поддержки Украины. Так вот, пересмотр этой процедуры — это тоже один из шагов, которые спровоцированы Венгрией, и от которых Венгрия в первую очередь может пострадать, потому что если Венгрия прекратит получать эти бонусы от своего вето, будет ограничено в средствах, в том числе на социальные выплаты, то, естественно, это приведет к политической нестабильности. Орбан, я предполагаю, пытается положиться на полностью подконтрольное ему медиапространство. Однако, если помните, часто этот вопрос звучал по поводу России, что победит холодильник или телевизор. Так вот, Орбан надеется, что может победить телевизор. Однако венгры, в отличие от россиян, пожили в Европейском Союзе, ощутили все прелести пребывания в Европейском Союзе. И мне кажется, что холодильник у них все же победит телевизор, и тогда господин Орбан столкнется с очень серьезной политической нестабильностью, политическим кризисом, который будет развиваться до того момента, пока он либо не скоррегирует свою политику, во что я мало верю, либо не покинет свою должность. Тут же тоже двояко. Мы сейчас судим о Орбане и сравнивая это со всей Венгрией. Но далеко так делать нельзя, учитывая то, что президент Венгрии, хоть и имеет меньше полномочий, чем премьер-министр в стране, Каталин Новак, она довольно-таки проевропейская, напрямую проукраинская. Можно ли как-то говорить, что вот с этим, с командой, давайте так говорить, с командой Орбана, еще возможен диалог и, возможно, выстроить как-никак, но более проевропейскую дипломатию в премьерстве Орбана, в его команде в целом? Ну, знаете, по большому счету, из того, что мне приходилось слышать от моих коллег, в том числе из политических кругов в Венгрии, о команде Орбана говорить не приходится вообще. Потому что в команде Орбана все решения принимаются самим Орбаном. Что касается команды, то он в какой-то степени ограничил влияние на себя со стороны старых представителей Фидес, те, которые были с ним с самого начала его политического становления. Окружил себя псевдокомсомольцами, которые на любую его инициативу всегда говорят «да». Что касается госпожи Новак, то, безусловно, это один из тех каналов, который позволяет нам не сжигать мосты с Венгрией. Ее риторика действительно выглядит более проевропейской и в какой-то степени проукраинской по сравнению с заявлениями Орбана и его министра иностранных дел Сьерто. И Украина действительно не сжигает этот мост. Насколько мне известно, госпожа Новак приглашена на саммит Крымской платформы в августе этого года. Однако говорить о ее полной самостоятельности и возможности скоррегировать политику в Венгрии, мне кажется, не приходится, поскольку она скорее политическая фигура, которая имеет символическую власть, нежели реальное влияние на то, что происходит в голове у премьер-министра. Ну и в целом, если сейчас учитывать, знаете, не можно, конечно, говорить, как внутриевропейская борьба, но если все-таки допустите, да, такое выражение, существуют ли какие-то рычаги влияния на Орбана внутри Европейского Союза в силу того, что раньше эксперты в наших эфирах говорили, что Орбан очень любит деньги, и именно деньгами его можно
так сказать, подкупить. Опять же, не воспринимайте эти формулировки напрямую. Это более так, более понятным языком для людей, которые не в политике, и для людей, которые вот не пользуются дипломатическими и экономическими терминами. Если говорить о том, что Орбан любит деньги, то я бы скоррегировал эту фразу. Отчеты многих европейских институций и расследователей говорят о том, что Орбан любит красть деньги. Красть деньги из европейских фондов. Поэтому этот рычаг, безусловно, есть у Европейского Союза. Европейский Союз уже ограничил доступ к фондам. Чего хочет Орбан? Он хочет вернуть доступ к европейским фондам и при этом не получить дополнительного контроля, который не позволял бы использовать эти фонды не по назначению. На это Европейский Союз, я думаю, уже не пойдет. Европейский Союз сталкивался с этой проблемой и в Румынии, и в Словакии, и теперь в Венгрии. Европейский Союз понимает, что если эти деньги используются не по назначению, то, как правило, это оборачивается потом против самого Европейского Союза. Поэтому рычаг есть, но Орбан, мне кажется, сделал все для того, чтобы этот рычаг был исключительно формальным и исключительно касался денег на развитие Венгрии. Денег на развитие Орбана ему уже не дадут. Ну и второй рычаг, о котором я говорил, это процедура ограничения права голоса. Вот здесь я вижу больше перспектив. Я не исключаю, что эта процедура будет все-таки задействована. И если раньше Орбан всегда мог рассчитывать на польскую сторону, на то, что поляки будут блокировать такую процедуру, то сейчас, мне кажется, разногласия между премьером Орбаном и польским правительством настолько острые, что этот вопрос уже не является таким однозначным, и я не исключаю, что в один момент Венгрия просто поймет, что нет ни голоса, ни денег. Венгерские коллеги говорят, что это будет минусом для европейского развития, ведь тогда Орбан сможет всех обвинить в том, что он пытается спасти Венгрию, а ЕС этого не дает. Но возвращаясь к предыдущим моим тезисам о том, что поддержка членства Венгрии в Евросоюзе все еще высока, я не уверен, как будут развиваться события в таком варианте. То есть ядро электората Орбана, конечно же, всегда его поддержит, зазомбированные орбановским телевидением поддержат позицию Орбана. Однако люди все чаще говорят о том, что они недовольны тем, что происходит в стране. Люди все чаще сталкиваются с тем, что социальные обещания Орбана невозможно выполнить без европейской поддержки. И вот тут мы приходим к тому, что обратно же. Венгры должны принять решение о своем будущем и понять, что будущее с Орбаном далеко не такое радужное, как было нарисовано в его рекламных буклетах во время предыдущих выборов. Спасибо вам огромное, Сергей, за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру. Напомню, Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма», на прямой связи был с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.